Всем привет, с вами Алексей Чернышов. Вы смотрите канал «Сын, отец и игрушки». Знаю, меня давно не было, но сейчас не об этом, ибо у меня есть вещь поинтереснее. 4 фигурки из 14 серии мини-фигурок, которая называется «Кто бы мог подумать? Монстры!». Артикул данной серии 71010. Ну и сразу давайте взглянем на пакетик. Он оформлен в мрачных тонах. Спереди, естественно, несколько фигурок из серии. На заднем плане громы, молнии, а также проливной дождь. В верхнем углу слева от вас ограничение по возрасту и артикул, а в правом надпись «Монстры». Чуть ниже лого компании и серии. В середине те самые фигурки, о которых я уже говорил, а внизу номер серии 14. С обратной стороны нет ничего интересного. Ну а внутри, естественно, фигурка и буклет, который, кстати, оформлен в том же стиле, что и пакетик. Спереди у нас все 16 фигурок. С обратной стороны есть код для использования данных фигурок в игре мини-фигурки онлайн, а также инструкция по сбору фигурок с тряпичными изделиями, что впервые используется в данных пакетиках. Однако все это лирика, давайте переходить к осмотру фигурок. Их сегодня будет 4. Еще 4 я покажу вам завтра. А начнем мы с фигурки, которую можно назвать как растение-монстр. И сразу скажу, что на мой взгляд, это одна из самых слабых фигурок этой серии. Хуже только девочка в костюме тигра. Без аксессуаров фигурка вообще не смотрится, и вряд ли ее можно будет как-то использовать в таком виде. А вот его голову можно будет приспособить. Что касается его выражения лица, он, видимо, увидел в зеркале, насколько ужасен его костюм, и его лицо перекосил ужас, который читается на его физиономии. И выполнено его лицо очень хорошо. Но не все так плохо, как вам могло показаться. У этой фигурки принты, которые расположились на теле и ногах, выглядят они очень достойно. Особенно порадовали принты на ногах, в частности сбоку, что не так часто встречается у фигурок Лего. Еще это тело можно было бы использовать для кастома ядовитого плюща, например. Как, впрочем, и аксессуары, которые изображают части растения. Их аж 2 штуки у этой фигурки. А его головной убор выполнен очень даже неплохо и определенно дополняет образ. Хотя мне этот образ не пришелся по душе. Заслуженное 15-е место в этой серии. Вторым на очереди у нас будет Square Foot. Что можно перевести как квадратный фут? Не, я его буду называть коричневый йети, ибо он один в один, как и йети из 11 серии, только коричневый. Хотя нет, у него отсутствуют принты на теле и ногах. У этого шоколадного йети лишь пальцы ног прорисовали. Честно говоря, тут больше и нечего сказать по этой фигурке. Ее пусть и немного, но все же спасает аксессуар – фотоаппарат. Выполнен он очень стильно и определенно украшает фигурку, пусть, как я уже и сказал, и не сильно. Йети у нас смело шагает на 14 место, так как он смотрится лучше куста и тигры, но хуже всех остальных. Третьим будет пират-зомби, и это определенно говорит о том, что зомби мега популярны в наше время. В этой серии аж 3 фигурки посвящены такой тематике, как зомби. В первой серии был лишь один, и он, кстати, сейчас самый дорогой. Однако давайте не будем отклоняться от наших фигурок и продолжим осмотр. Так вот, в отличие от растения, пират смотрится эпично и без аксессуаров. Потрясающий принт на его зомбоморде. Огромное количество мелочей, которые выглядят очень классно. А золотой зуб, вы только посмотрите, просто прелесть. А принты на его теле и ногах, да они бесподобны. Потрясающая детализация и цветовое решение. Отдельное спасибо за левую ногу хочется сказать дизайнерам Лего. Часть принта есть сбоку, а его коричневый, судя по всему, сапог вообще со всех сторон прокрашен. Очень круто. В качестве аксессуаров у этого зомби нет ничего нового. Борода, которая уже не раз встречалась, меч, слегка поднадоевший, лучше бы саблю какую-нибудь положили. Ну и его капитанская шляпа с принтом в виде черепа с 2 костями. А со всеми аксессуарами он выглядит очень даже классно. А чтобы не быть голословным, вот вам небольшое видео, посмотрите и оцените. Так сказать, персонаж при полном параде.
и его я смело могу поставить на 11 место в моем личном рейтинге по минифигуркам 14 серии. Последней минифигуркой, о которой мы поговорим сегодня, будет Банши. Именно так она и называется. Банши или Бенши – это женщина из Ши, фигура ирландского фольклора, женщина, которая, согласно поверьям, появляется возле дома обреченного на смерть человека и своими характерными стонами и рыданиями оповещает, что час его кончины близок. Пока я рассказывал вам небольшую историю Банши, вы уже могли увидеть, что фигурка шикарная. Чего только стоят вот эти две детали – прозрачные длинные волосы и нечто напоминающее полупрозрачную плазму или часть привидения. Все это очень украшает фигурку и, безусловно, дополняет ее. Как было сказано в легенде, стонами и рыданиями она напоминает человеку о его кончине. А теперь взгляните на ее лицо. В нем читается грусть, печаль и тоска, а принты на ее теле немного смахивают на сорочку или платье начала 19 века. Фигурка смотрелась бы еще лучше, если бы в местах соединения тела и так называемых ног, ее тело местами, как и ноги, было бы прозрачным. Однако и без этого фигурка смотрится очень достойно, и поэтому смело отправляется на 7 место. А я, пожалуй, еще парочку таких куплю. Кто знает, для чего могут пригодиться подобные основания или как их там ноги. Друзья, а на этом я, пожалуй, буду заканчивать. Завтра постараюсь показать вам еще 4 персонажей из 14 серии. А вы пока поставьте лайк, подпишитесь на мои каналы и, конечно же, не забудьте оставить комментарий. А в описании вы найдете информацию о том, как вы можете помочь моему каналу. Всем спасибо за внимание, всего вам доброго, пока-пока-пока!